Сумка. Сажа. Упалка. Сажа. Сёжа. Сёжа. Тапки. Топки. Он не умеет говорить. Тапки. Неправильно все, не умеет говорить. Кроссовки. Помадки. Валенки. Пореньки. Ботинки. Батоньки. Давай из животных теперь, диких животных. Лев. Жопа. Тигр. Тугол. Тигр. Тобол. Зебра. О, пёпа. А все подумают, что... Я не буду так... Да нет, ты что, он большой, нет. Смотри, какой большой, как его аккуратнее надо... Аккуратнее. Ладно, я хочу. Чё? Ну что мне его? Я уж и так устал, мне хочется полежать, вот я бы... Тут насосы надо надавать, это я буду час. Не ладу. Засранец. Кто? Это птица? Да. Нет, так тоже, это собака. А, я думала, это собака. Слушай, а кто это? По-моему, кукушка. Кукушка? Ку-ку. 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 Смотрит, смотрит. Ку-ку. Ку-ку. Сейчас повернется, скажет, дурак, не что ли? Не отвечает. Куда пойдем? Скажет, дурак сейчас. Повернется и скажет, дурак, что ли? Что ты там кукуешь-то? Кого я поймал? Федя. Где? Дорогой ты наш. Съел медведя. А где ты его взял-то? Он пытался к нам в дом залезть, представляешь? А как ты пошел, ты наглый. Услышал его, что ли? А, держи, пойду я. Не надо мне. Ну как его держи? Подожди, а кто-то шипит, по-моему. Ну, он шипит, а кто шипит. Вот он, уж Федор-то. Подожди, держи его вот так, вот снимаю. А? Разбойник, ты зачем к нам в дом пытался проникнуть? А? Ладно, давай отпущу. А что ты мне его даешь? У меня дела. Ну, а он тут вообще лягушки маленькие живут. Он сейчас как понесется на них. Мне сейчас не до него. Ну, я поняла. Давай. Сколько у нас на Туська весит, сейчас проверим. Левчик ездит. Чего? Туська весит у нас 70 килограмм. Чего? Какие 70 нафиг? Ты чего? Все, садись на диету, вся колбаска моя. Ах ты, вон по какому. Вся колбаска как моя. Как ты быстро среагировал-то, ничего себе. Садись на диету, все мороженое мое. Садись на... А тебе... Мороженка. Ты 70 килограмм весишь, куда тебе? Какие 70? Это ты весишь 80-90, сколько там? Килограмм весишь. Дай я тебя взвешу. За что мне? Да я сейчас придумаю, за так, что тебя хватает. Так, мне стой спокойно, подожди, я сейчас тебя вот взвешу, вот тут вот. Сейчас зацеплю вот тут. Опа! 150 килограмм! Только не отцепляется тебе. Ну, прицепила. 150 килограмм весишь? Нетушки, твоя мороженка моя мороженка. Твоя колбаска, моя колбаска. Понятно? Твоя колбаска, моя колбаска. Твоя мороженка, моя мороженка. Серьезным делом занимаюсь. Каким? Кофе пьешь? А тут-то ты что делаешь? Это разве тренировка? Шар, это коврик продеть через гирю. Ты что, я будешь плести сейчас? Это тренировка. Тут как раз подойдет фраза, я всегда с собой беру видеокамеру. Опа. Да? Опа. Америка, Европа. Так, все. Так, Зай. Хорошо смотришь. Отойди. Через камеру. О, да. Это что-то с чем-то. Покушала. Чё? Покушала, говорю, чё? А, покушала, да, я покушал тоже. Всё, можешь убирать. Иду. Ты тоже будешь идти так же, да? Нет. Ты же наелся? Я как пушинка. Ну, нифига себе, тут ты чё-то. Где мои тапки-то? Мы купили в магазине холодильник Индезит. Чем сильнее ногой ударишь, а тем лучше холодит. Видишь, молодец. Жинка стишок сочинил уже. Пока тут сидел, мороженку свою лопал. Еще чуть-чуть.
Ай, ай, муравей. Ай, кусает собака. Еще чуть-чуть сорвала. Ой, комар, да что ж такое? Сорвала с шалфей еще немножко. Ай, кто меня там кусает? Как лежит курочка, собака? Это так лежит у нас курочка табака на тарелочке. Табака, да? Табака? Табака? На тарелочке лежит у нас так. А с косяком что? Ой. Что с ним такое? Там дверь. Там дверь? А что, на косяке дверь, что ли? Дверь на косяке. Ой. Это что такое? А мы не знали. Это что там? Не знаю, Дмитрий Евгеньевич. Это косяк, это тоже косяк. А, это, тут, тут тоже, да, вот это вот косяк? Тут что, два косяка получается? Два косяка. Это хорошо или плохо? Плохо. Это и плохо? Это работает. А, и поэтому дверь не работает, потому что два косяка здесь, да? Да? А что делать теперь? Поедим, отдохнем, а потом на нудистский выключи. Это не для подпольщиков. Выключи. А потом пойдем на нудистский пляж. Ой, сотри. Знаешь, я вчера где читал? Где? Я читал на улице. На этой, где? Как на крепкой качалке. А я включил фонарик и засунул ее в горшок с петунией. С петуньей. А, в горшок. А горшок с петуньей как раз, с говном как раз за моей головой. И мне фонарик светит. И я прям читал на так улице. Ты разве не свет включил? Который я обычный? Свет тоже включил. Ага. Но... А где Женька-то? Ты где? А? Ты чё, блин, а? Женя. Мышал пошел искать. Мышь. Представляете, иду я себе, а там мышь. Ты снимаешь? Ну, конечно, я же должна показать, как я сама себе же и делаю чай. Пригласил Женька на чай. Говорит, давай чай будем пить. Я пришла. А чая нет. Пришлось на лужайку идти самой. А отсюда из куста мышь выпрыгнула. Я думала, ящерица. Она как начала тут бегать. Она, кстати, вот там вот этот нюхала. Ковер какой-то.